Донецкая область будет сотрудничать с Японией. Об этом во время встречи договорились руководители региона и посол Японии в Украине Тайчи Саката. Представитель страны восходящего солнца рассказал, что его соотечественников, бизнесменов, интересует украинское сельское хозяйство, проекты по энергосбережению и защите окружающей среды. В эти сферы они готовы вкладывать деньги. Но сейчас в Украине сложная система оформления бизнеса, рассказал посол. Поэтому японцы неохотно инвестируют в экономику нашей страны. Руководители Донецкой области планируют эту ситуацию исправить. Реформирование разрешительной системы, вышел новый налоговый кодекс и вышел новый таможенный кодекс. То есть все три момента, которые отметил господин посол, они, скажем так, разрабатывается на уровне президента, на уровне правительства. Мы надеемся, что проблемы, связанные с налогообложением, таможенным контролем и другие, будут решены очень скоро. И это станет поводом для резкого увеличения японских инвестиций. Тогда Украина и Япония будут сотрудничать на постоянной основе.